Слово «рема» – это путь, приготовленный, которым ты будешь идти. Это ключ к двери, которая закрыта. Слово «рема» – оно действует в нашей жизни, если мы в это верим. Это не просто Бог тебя впечатляет какими-то словами. Он впечатляет, касаясь твоего духа. И ты знаешь, что это говорит Бог. И Бог говорит тебе иногда одно предложение, одно слово, но оно меняет абсолютно все.